Асфальтирование дорог в сельских округах – одна из насущных проблем местных жителей. С вопросом, когда заменят покрытие на проезжей части в микрорайоне Алексеевском, сегодня обратился и Владимир Пузанов. По словам анапчанина, участок улицы Восточной буквально утопает в пыли. Новую форму проблема приобретает зимой, когда гравийную насыпь размывает дождями. По словам Владимира Афанасьевича, рабочие не так давно завершили ремонт соседней улицы, но Восточная осталась в стороне. А в чем там проблема? А вот смотрите, вот Станичную асфальтировали неделю назад. Мы спросили у рабочих, вы и Восточный будете асфальтировать? Вот этот кусочек остался недоделанный. Да, там порядка скольки метров протяженность? Ну, 5 дворов по 20 метров, 100. Понятно. Специалисты заверили, ремонт дороги запланирован. Менее чем через месяц на Восточной появится асфальт. Более того, исполнение обещанного проконтролируют краевые власти. Давайте сроки определим, нет, четкие, чтобы на всякий случай. Давайте, до 15 сентября. Контактный телефон я ваш вижу. Давайте так сделаем. Я 16-17 сентября с вами свяжусь, и мы уточним там по ситуации. Ну, я думаю, что администрация города заинтересована в том, чтобы вопрос решить, тем более вопрос это, я не думаю, что он требует больших усилий, это возможно сделать. А вот Ирина Тёмкина обратилась за помощью в более глобальной проблеме с вещественными доказательствами – мусором, который она собрала в районе Витязевского лимана. Часть мусора, возможно, вывозится. Стоит там этот контейнер мусорный. Часть мусора ночью под утро сжигается и закапывается тут же. Пластик. Вот он у меня тут горелый пластик. По словам анапчанки, целые пакеты с отходами на песке могут оставлять туристы, а также предприниматели, экономящие на вывозе ТБО. В Анапе мусорный вопрос летом стоит особенно остро. Проблема взята на контроль. Специалистам управления жилищно-коммунального хозяйства предстоит не только установить, кто зарывает отходы в песок, но и убрать территорию. В случае, когда можно установить собственника отходов, то мы, как вот надзорная служба, привлекаем собственника, который захламил территорию. В случае, если мы не можем установить собственника отходов, мы работаем во взаимодействии с администрацией, направляем письма в администрацию о том, что необходимо эти территории привести в порядок и убрать. Есть управление ЖКХ города Анапа, с которыми мы тесно в этом плане взаимодействуем. Из Витязева поступило еще одно обращение от члена Всероссийского общества инвалидов. 10 лет назад Машуда Имамова построила дом в центре села, но не получила письменного разрешения. По словам анапчанки, экспертное заключение дома полностью соответствовало всем нормам, но по решению суда здание потребовали снести. Анапчанка обратилась за поддержкой в общество инвалидов, а те помогли записаться на прием к краевым специалистам. Написали письмо на имя главы администрации и попали на прием к Аверьянову. А Василию Георгиевичу, это грамотный специалист Краснодарского края, он дал исчерпывающую консультацию и обещал нам помочь, чтобы дом, который построили 10 лет семья инвалидов, остался целым на своем земельном участке. Мобильная приемная работала сегодня с полудня до 16:00. Со своими проблемами к специалистам обратились сотни анапчан. И, как подчеркнули представители органов власти, это не последний визит на наш курорт. Лидеры по направлениям, по проблемным направлениям у нас всегда одни. Это ЖКХ, сфера ЖКХ, да, ну, потому что действительно есть у нас проблемы в этой области, которые надо сейчас решать. Это изношенность сетей существует, да, такая проблема, и ресурсоснабжение. Но, безусловно, мы и с муниципалитетами стараемся эти вопросы успешно решать, и на уровне органов исполнительной власти тоже подключается наше министерство. Второе направление – это социальные вопросы, это здравоохранение. Как правило, здесь тоже людям нужна какая-то помощь. Все проблемы взяты на контроль краевого департамента. Специалисты будут поддерживать связь с жителями курорта и направят им ответы. Анастасия Гербер, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа регион.